Hello! Sing for me, yeah. Hello, Mother Russia! I love Russia! Da! Yeah! Espasiva! Good. I love Russia! I turned on the television set, asking the world what I could get. What is this? For you and me, people not sure which way is up, wondering what shit's all about, or are they just scared of it? Всем привет, ребят! Сейчас покажу, как мы живем в Южной Африке на репетиции. Ирмау! Hey, man! Сегодня у нас день рождения у замечательной Валентины. У нас сегодня будет небольшое пати. Мы приехали после репетиции домой. Сейчас туда-сюда. Искупаемся, все дела. И будем отмечать, гулять. Закончилась вторая неделя наших репетиций. Осталось еще две недели. И мы поедем на корабль. Закончили второе шоу, осталось еще два. Let's go, music. Oh. I don't know what you heard about me, but if you can't get a dollar out of me, no Cadillac, no perms, you can't see that I'm a motherfucking B.I.M.P. Say my friend in Russian. Мой друг. Мой друг. Мой друг в Италия. За тебя заем. Пани. Пани. На здоровье. Пока! Пиздец! Faz um favor, me traz um copo de gelo pra esquecer o beijo dela. Ai, meu travesseiro completo como pila e limão pra dar um novo rumo ao coração que sofre de amor e não aguenta mais dor. Porque ela me falou de estar apaixonada e disse que sem mim não seria nada, que a nossa história tinha apenas começado. Mas tudo que me disse não aconteceu, quem teve prejuízo fui eu. E agora e não vê do lado, a despedida sem motivo machucou, quebrando um sinal entre a razão e o nosso amor. Foi como uma queda de avião, destruiu o coração, ficando a caixa preta com a sua declaração. A despedida sem motivo machucou, quebrando um sinal entre a razão e o nosso amor. Foi como uma queda de avião, destruindo o coração.
perceber a falta que me fez você. Очень дешево, 300 рентов, тогда наши 1500 нас привезли сюда, где-то полчаса погуляли и где-то час нас катали. Первый раз нахожусь вот в таком вот месте, первый раз вот так вживую вижу животных, я люблю кошек, вот, такой сегодня был день. Осталось ровно 3 дня и мы улетаем в Гонконг. Так что мы сейчас собираемся поехать в торговый центр и хочу себе приобрести что-нибудь из одежды. Hello! Let's go! Oi, tudo bem? Никуда дойду! Никуда дойду! Как дела, русские? Как дела? Все хорошо. У нас все хорошо, всегда. Very good! Я? Бразил! I'm from Brazil. I'm from Brazil. In some places in Africa, they speak Portuguese. Right? Yes. Mozambique. Yes. Is it the same Portuguese as yours? What's his name? Vitaly. Yeah. Смотрите, какая здесь безопасность. Доминик! Буквально все дома под колючей проволокой. Прям каждый маленький закоулок находится под напряжением. Безопасность превыше всего. Welcome to the most iconic square mile in Africa. Be kind. Look at this. Я тебя люблю. Русский. Пока. Как дела? Привет. How to say in Portuguese? I love you. Eu te amo. You te amo. You chab. Yeah. Все, друзья, вылетаем до Гонконга. Прощай, Южная Африка. Надеюсь, мы скоро еще увидимся. Надо двигаться дальше. В Гонконге мы садимся на корабль. И 6 месяцев будем бороздить просторы океана. Через 5 часов полетим до Бузана, там сядем на корабль. Такая история получилась смешная, сейчас расскажу. Сели мы, значит, в самолет,
покушали. Где-то через часов, может, 7-8, думаю, ну сейчас перед сном, думаю, еще раз покушаем и будем ложиться спать. Смотрю на табло, время 12:15. Ну, думаю, сейчас еще 7 часов лететь, думаю, сейчас вот как раз поел, думаю, сейчас лягу спать. Через пару минут слышу: «Пристегните ремни». Думаю, что это такое? Нам еще лететь 7 часов, зачем нам пристегивать ремни? Иллюминаторы закрыты. Тут открываю глаза, открываются иллюминаторы, смотрю, солнце светит. Как такое может быть, что солнце светит 12 часов? Смотрю у себя на телефоне, тоже 12 часов, думаю, ничего не могу понять. Оказывается, время было 00:15 и 15 минут нам до посадки. Я-то думал, мы ужинали перед сном, а оказывается, мы завтракали. Короче, вообще потерялся полностью, такая смешная ситуация. Долго не мог понять, думаю, как такое, думаю, может быть, это, ну, типа, в Поднебесной, так, думаю, значит, так нормально, типа, 12 часов вечера, у них тут солнце светит. Еще прилетели, думаю, ну, все, сейчас, короче, нас встретят, загрузимся в машину и поедем на корабль. Стоим около паспортного контроля. Спрашиваю, зачем в паспортный контроль? Все говорят, что мы сейчас еще полетим до Бузана. Я такой, в смысле? Я думал, мы все прилетели. Нет. Говорит, нам еще до Бузана лететь. Говорит, 3 часа. Я такой, о, забавная ситуация. Короче, потерялся вообще полностью во времени. Здесь очень жарко. Разница с Москвой 5 часов. Так что, друзья, все еще впереди. Спасибо. Пожалуйста. Финито.